60-летняя Сейде Джумагулова на здоровье не жалуется. Только давление скачет в последнее время, сетует женщина. О мероприятии, где можно пройти осмотр и получить бесплатную консультацию врачей, она узнала по телевизору. По ее словам, такие профилактические акции нужны и важны для населения. Я сюда пришла, чтобы давление свое измерить, сахар знать. Ну, в данный момент я иногда болею, поэтому пришла здесь консультацию еще взять. Низкая активность, неправильное питание, алкоголь, курение и стрессы – основные факторы, провоцирующие появление инсульта. Чтобы определить риски появления заболевания, участники акции прошли небольшое обследование. Узнали свой индекс массы тела, уровень сахара в крови и артериальное давление. После медики дали индивидуальные советы, как сохранить здоровье. Здесь мы измеряем сахар крови. Дальше у нас есть станция артериального давления, то есть измеряем артериальное давление. Также есть станция индекса массы тела, то есть измеряем рост и вес и соотношение, то есть соответствует ли рост именно к данному весу и вес к данному росту. Дальше есть у нас станция именно врачей, то есть, которые консультируют по поводу инсульта, то есть дают рекомендации. По словам организаторов, главная цель акции – это повышение осведомленности населения Кыргызстана и прежде всего молодежи о проблеме инсульта и своевременного оказания первой помощи. Сегодня это основная задача привлечь внимание нашего населения к проблеме инсульта. Во всем мире 29 октября отмечается день инсульта. То есть Всемирная организация здравоохранения провозгласила этот день для того, чтобы обратить внимание всех людей мира, каждого человека в мире. И мы тоже сегодня проводим это мероприятие для того, чтобы обратить внимание нашего населения к проблеме инсульта. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате инсульта во всем мире умирает свыше 6 миллионов человек в год. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей. Причем, если раньше инсульт встречался в основном у пациентов старшего возраста, то сейчас большинство случаев приходится на людей в трудоспособном возрасте от 30 до 40 лет. Айгерим Рыспекова, Талас Аманбеков, 5 канал.